В ГУВД города Ташкента под лозунгом «За новую жизнь, за новый Узбекистан» состоялись праздничные мероприятия. В торжественной церемонии, посвященной 32-й годовщине независимости Республики Узбекистан, приняли участие ветераны органов внутренних дел, члены семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, представители общественности, сотрудники главного управления, обеспечивающие своей службой мир и спокойствие. В начале мероприятия начальник главного управления зачитал праздничное поздравление. Среди участников присутствовали сотрудники, награжденные высшими наградами нашего государства. На церемонии торжественно были вручены государственные награды сотрудникам, много лет прослужившим в рядах органов внутренних дел. Я не ожидал, что я получу такую высокую награду, то есть орден Дуслик. Данная награда – это не только мои труды, то есть эта награда принадлежит всему коллективу экспертно-криминалистического центра, то есть а также низовых подразделений района. На этом мероприятии руководством ГУВД города Ташкента оценило мой скромный труд. Я очень благодарна руководству ГУВД за эту награду. Эта награда в будущем меня вдохновит на новые успехи, на новые свершения и повышение профессионального уровня и любви к отчизне. После настала очередь художественной части праздничного мероприятия. Театрализованные художественные выступления сотрудников доставили всем удовольствие. Особенно впечатлили номера молодых эстрадных исполнителей, подаривших праздничное настроение. Были исполнены песни, прославляющие родину, дружбу и доброту.